Привет, друзі! Снова вырвались на рыбалку. Прилетите не птички. Птички были, просмотры идут. Подписчики подписываются. Огромное спасибо. YouTube, правда, вынес какие-то требования опять неочередные, блин. Ну да ладно, бог с ним. Вырвались, короче, на рыбалку. Сейчас будем пробовать. На лед выход хреновый. Мы с собой сегодня все спиннинги взяли, как дурачки. Ну как, промоин там некоторые есть на основном русле, но туда тоже не подойдешь. Короче, будем пробовать. Не знаю. Так, из обновочек. Вот такие вот тяски были приобретены. Классные. Надо будет попробовать сегодня ими порыбачить в отвес. Вот такие вот товарищи. Вот. Кто-то еще идет. Поэтому посмотрим. Флэпджек 40-й. Вот такой. Так, погнали. А то народ начинает собираться потихоньку. На. Здрасте. Есть? Да. Дрыщ. Причем с лету, блин. Да что ж, красавчик. Размер говно. Че это? Ты, бля. Сожрал, прикинь. Поклевывает окунечек. Миленький, правда. Ну, что-то пытается там объяснять. Мотыля только что схавал. Гад. На. Иди сюда. Дрыщ. Тоже дрыщ. Шиша? Тоже дрыщ? Да. Ужасный, Санька, ужасный дрыщ. Ну, попробуй-ка там немного. О, еще один дрыщ. Сейчас по такому кизяку поймал одного окуня тоже. Вода на льду, блин, наступает. Пипец просто. Вот какая рыба. Бля, сошел. Хороший был. Хороший был, хоть и сошел. Угу. Вот так клюет под лункой, не могу понять кто. Блядь. Там что такое? Опять по губам. Ну клеваки продолжаются. Попасть не могу. Пол воды. Окунь тут хап и все. Нет. А нет, это окунь. Вот такой бешеный. Попался окуняра. Хм. Я вон там лунки раз, два, три прикормил вот этими корягами, бревнами. Кашки туда кинул. Комочком, понял, как положено одно. Ух ты, блин, опять под лункой. Опять под лункой. Прям под самым верх. Пять. Я ж птичкам жрать дал. Воды налил бы, я вчера не давал. 5 часов у меня будильник стал. Так, посмотрим, ради бога. Опа, на, есть, поймал. Нет, поедем куда-то. Хочешь поехать прогуляться? Поедем. Говорит, Санек, пошли со мной. Пошли. Пошли со мной, я знаю куда. Аквариум для рыбок. Берет окунь, короче, под самой лункой, под верхом. То есть поднимаешь практически под самый верх, под самую кромку льда. То я так, знаешь, чуть-чуть цепнул кашки, я так, знаешь, чтобы конкретно. Опа, клевака была. Хе-хе-хе-хе-хе. Была поклевочка и такая жадная. Ну, мотыля не стырили. Иди сюда. Попал.
прикол в другом. Прикол в другом. Кормил фишдримом универсалом, а клюет окуня. Вот так, короче, уже окуня плавает. Санчес поймал еще одного. Скажи, Санчес, а? Как тебе погодка? Это погодка нормальная, но я вообще недоволен рыбалкой. Такое, что-то. Ни о чем. Ни о чем. Вот, дядька, на яйца. Хрызня. Искать надо, искать. Пошли со мной. Не знаю куда. Что-то, ребят, с него такие дрыщи клюют. Блин. Такие так уня что-то клюют сегодня. Больше нет размера. Мелочь. В аквариум. Сделали перерывчик. Попили чайка. И пошли опять по тем же самым лункам. Клюет окунь. Таких вот, правда, размером, конечно. Но клевать не перестал. Но очень плохие поклевки. Еле-еле. Загибы такие, понимаешь. Ну, взял за верх, как положено, видно. Но по загибам очень плохо. Еле-еле загибает кончик. То есть не так, что там прям капец, а так, не очень. То есть практически не видно даже поклевки. То есть если раньше с утра было такие клеваки, что гух, раз, срезал резко. И брал возле кромки льда, сейчас начал клевать где-то в пол воды, и проводка очень-очень-очень-очень вяла, еле-еле покачивание мормышечкой, а иначе не хочет вообще. Как вода. Холодная. Одним словом, ноль эмоций, вода холодная просто. Жесть. Поморжевать чуть-чуть. Ну, нет, я где-то вот так вот бы ушел. Потянуло меня сюда. Хотел проверить, как работает ратлин. Проверил, работает. Не, так самое главное, я завязался за дерево, понял. Выхожу нормально. А вышел же без удочек, без нифига. Вот, думаю, это сейчас. Ну, ты с удочками вышел, блин. А потом, блин, а что потом делать? Все равно выходить надо было. Ну, не так обидно, может, с рыбой. Ну, может, с рыбой, да. Ну, в общем, короче. Понятно. Как-то так. Ушел немножко под лед под берегом. Тянет на подвиг реально, уже второй раз. Третий. Нет. Первый раз я же за твоим бодером плавал. А да. Второй раз. Смешно, ну блин. Ребят, самое главное на рыбалке носочки с собой берите теплые, а еще лучше обувь запасную. Вообще было под ответ. Отлично. Сейчас, кстати, я пакетом на ноги поодевал, твои носки, блин, нормально. Ноги приходят чувствовать. Блин, экстремал-любитель, блин, я с ним не могу. Капец, блин, так, ну, хотелось просто рыбы крупной. Да, нормального окуня захотелось. Вышел на псел, блядь, основной. По такой погоде. Ты, блядь. Не, ноги приходят в чувство, нормально все. Попал. О, это оно. Более-менее что-то.
такие вот товарищи. Идемте, пацаны, со мной. Я знаю куда. Какие-то куня. Бодрые. Аквариум. Нормоз. Вот такой кабанчик, знаешь, хороший. Больше, чем все остальные. Вот так. Я к ноги, блин. Нормально, нормально. Любитель покупаться. Не будем тыкать пальцами. Ты плумку посмотри, и ты увидишь. Смотри, что клюет. Увидел? Смотри. Санчес. Мы тут перешли на козырное место. Я тут верховодку ловлю. Верховодку. На нахер. На нахер. На нафиг. Какие-то еще куньки клюют красивые. Зачетные. Пол воды. Ай, блин, камера не снимала. Свалил окунь в лунку, блин. О. Ха-ха, Санек. Да пойдет не то слово. Малек вздрыснул, понял. Начал брать окуняка. Вот такой. Кабанчик. Ха-ха, Санчес. Красноперка. Вот такой краснопер. Прикормил, понял, и пошла. Вот такой краснопер попался еще. Прикормил луночку и клюет огонь. Такая верхобзда, блин. Клюет на безмотылку. Вернее, с посадкой с мотылька на морожку. Таких рыбок я наловил. Короче, много. Вот так. Вот так клевало сегодня. Короче, чешем мы домой. Санек еще вымучил трех окуней там козырных. Ага, да, козырные. Один с мизинец, другой с палец где-то с пол ладошки, блин, а третий ладошка. Вот. Такой, ни о чем. Рыбалка ни о чем. На окуней я наловил нано красноперов. Санек попробовал сегодня воду. Какая водичка. Холодная. Носочки спасли на первое время, но ненадолго. Да. А я ему говорил, поехали домой. Говорит, давай еще порыбачим, говорю, они будут ветер. Тут место клевое. Да. Давай ловить будем здесь. Давайте. Не, ну я пару окуней выхватил хороших, бодрых. Я там таких не поймал. Здесь поймал. И краснопер одно такого хорошего. Ты клевал так постоянно, ну не знаю. Я не пойму, почему, блин. Сейчас какая-то рыбалка, я думал, что окунь сейчас будет клевать очень хорошо. Вторая рыбалка и, можно сказать, не очень. Ну, слабовато. Я ожидал, конечно. Не ярко, поклевки такие вялые.
Не, иногда бывает, выхватывается бодрый. Да. Иногда клеваки пол воды. Я окунею здесь поймал вообще там глубоко, грубо говоря. Ну как глубоко, метра два, наверное. Глубина. Прикормил. Прикормка мелочь, блин. Я думал, хрен с ним половлю мелочь какую-нибудь. А тут прям пол воды. Пол воды поймал двух окуней и таких нормозков. Что они там делали, пол воды, непонятно. Ну я прямо под. Я крайнего прямо под лункой поймал вот этого хорошего. Да. И то он у меня еле-еле зацепился. Я с лунки вытащил его, и он свалился с крючка, понял? Я уже его возле лунки, считай. Выхватил. Да, выхватил, да. Ну вот. Тоже в начале утром клевал, тоже прям под лункой, грубо говоря, клевали окуня. У меня со второй проводки, блин. Спиннинги нам сегодня не пригодились, но хотя вот там вот, там промойно аж до берега, понял? Я смотрел туда. Ну да, можно было туда пойти посмотреть. Там где лагерь, там вообще, короче, блин, и до того берега. Вот, промойно. Короче, на этом все. Пока. Всем пока. Я замерз, ноги замерзли. Все как обычно. Да. Все. Следующий выход будет птички. Ловля певчик птички. Посмотрим. Там речки нет, негде мне купаться. Всем пока. Окей. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на канал.